При помощи спецоборудования пришлось извлекать владелицу попавшего в аварию автомобиля. В ДТП на пересечении Новоузенской и Пугачева столкнулись две иномарки – Volkswagen и Renault Logan. Одна из машин после удара врезалась в здание, другая протаранила металлический столб. В ней находилась девушка, которая застряла в искореженном автомобиле. Чтобы извлечь ее, спасателям пришлось разрезать машину при помощи спецоборудования.